И с другой стороны то же самое. На крестик вот сюда. Сначала чуть-чуть поближе, прямо на него. Сначала руки за спиной, ладони в районе поясницы. Теперь с улыбкой то же самое. Да. Раз, два, три. Отлично. И теперь. Ну хорошо. И левой рукой теперь то же самое покажи, тоже будет на эту точку. Чуть повыше руку. Я и повыше. Достаньте мне, пожалуйста, как неплохо молоко или не дотянете. Тоже с улыбкой. Так, теперь. Встань на пол. Сделай сердечко просто в районе герба. Ты можешь повернуть корпус немножко? Вот так. Да, да. Ты, блин, у меня... Вот. Ты как мама моя, знаешь, я стою так. Ага, и теперь пару эмоциональных фотографий. Порадуйся на камеру. Можешь там двумя руками, как угодно. Лучше с голосом прям. Раз, два, три. Давай по команде. Раз, два, три. Да! Теперь с улыбкой можно. А вы прыщики замажете? Да. Теперь руки на груди, перед собой скрещены. А вы лицо замажете? Перчатки испортил. Борис, ты новые перчатки просто, поэтому снять пленочку. А вы, вас не звали фотографироваться? Я везде, я чувствую, что где-то вратари собрались. Да? Я туда. Здрасте, пошли. Вот. С шагом вот ты просто на крестик встаешь и, соответственно, а можно лучше типа вот так? Ну, лучше с голосом. Так получается более естественно и страшно. Смешно? Нет. Давай, раз, два, три. Лучше с голосом. Голос. Нет, привет. Очень плохо получилось с голосом. Звук off. Давай еще так. Раз, два, три. Ага. И теперь то же самое, только с гербом. Вы сейчас вот перчатки в спортивных магазинах покупаете, а мы в свое время в строительных магазинах покупали себе перчатки. В садовнических. У бабушки отберешь, она в них только грядки прополола. Садовые, и ты потом в них на поле выходишь. Отлично, сейчас, секунду. 78, да? Давай еще разок. Теперь руки на груди скрещены. Так, если получится. Так, без разницы. Так ты складываешь руки, да. Вашу фамилию было видно. Теперь одну руку на поясе и левой рукой покажи, пожалуйста, наверх. Вот сюда, вот где камера примерно. И с улыбкой. Ну, вот так нормально. В принципе, вот этот ракурс тоже нормально получился с, вот этот, с руками, да. Ну, они все равно кадрируются вот по руке, то есть получается, что плечо в целом... Я понимаю, о чем ты говоришь, то есть, да, что плечо как будто завалено вперед. Плечо завалилось, вперед, да, и... Нет, просто на фотографии так смотрелось, особенно потом, когда все эти фотографии выставляли, все время, я думаю... Господи, когда будет фотосессия следующая? Нет. Почему-то не начала. Нет. Это ужасно. А какой вот этот идешь потом? Она вот так и нормально. Да не, ну когда. Да, ну, типа, ей нужна как-то изюминка, понимаешь? Она такая не стала. До нее посмотрела сама изюминка. Да, я еще изюминка. Ты можешь снизу вот так вывать, ну? Тут так? Да, да, да. Все, спасибо. Спасибо.
Все? Борисович, вы в те пойдете ворота? И туда, мы туда просто потом вчера убивали. Двое ворот вы там может, видели? Может, мы туда пойдем? Да. Точно. Ну, мы уже... А мне на Мчаке, вы видите? Едете, в Микеляндию. Не на Мчаке надо, а эти звездочки, как они там зовут. Такие, которые швыряют. Ну, они как шестеренки такие. Может, она другой. Что другое она может? Свое выдумать? Ладно, я в рукопашку. Я в рукопашку пойду. А, нет, она, да, четырехзвездная. Так. Будешь защитника, просто бежишь, раз, швырнул, хоп, попал. А может быть, на это как? Как он, Росомаха? Росомаха заметит, я думаю. Указание, да? Вот тройка, вы делаете передачи. Если у верхнего остался мяч и свисток прозвучал, верхний кому-то сбрасывает и опять через него. Вот важно, как вы подстраиваетесь. Вот, к примеру, пошла передача этому игроку. Я полагаю, что вы будете бежать вот сюда. Да? Или куда будете? Чуть-чуть расширились капиллярчики, хорошо? Поэтому будем использовать все вот эти линии с торможениями и небольшими ускорениями. Темп невысокий, подчеркиваю, хорошо? Мы работаем до вратарской, обратно, штрафная, вратарская, центр. Чуть-чуть. Лицевая. Вратарская. Лицевой закончили. Ну, Диана, если так выпрыгнет тот женский футбол со стремянки, то я точно это офигею. Какие подачи? Еще есть? Еще. Раз, два. Есть. Ох, блин. Чьи вещи упали? Нет, не разбилась. Приходи, научу! Хорошая! Хорошая! Бегай! Молодец! Чьи шмотки, Диана, там? Здравствуйте! Все, забей! Есть! Хорош! Мне кажется, мы сильно нападающих играли. Хорош, Диана, твоя серия была для нападающих. Конечно, тренировали вас уже. Очень прохладно. 18-20. Кому-то на ужин пораньше хочется. Кому пораньше? Раньше не успеете.